Обычный бытовой газ может стать причиной очень сильного отравления. Первые признаки такого отравления – головокружение, слабость, тошнота, рвота, слезотечение. Может возникнуть шум в ушах. Поэтому, если вы почувствовали запах газа, не теряйте время. Стараясь как можно меньше вдыхать загазованный воздух, направляйтесь на кухню. Выключите конфорку. Откройте окно. Хорошо проветрите помещение. Ни в коем случае не зажигайте огонь и электрический свет до полного проветривания помещения. Обыкновенный электровыключатель может стать причиной взрыва. Если, несмотря на проветривание, в квартире все же присутствует запах газа, постарайтесь обнаружить его источник. Еще раз проверьте плиту, загляните в духовку. В обязательном порядке перекройте вентиль на газовой трубе. Чтобы легче было установить место утечки газа, возьмите намыленную губку и проведите ей по всем соединениям газовой трубы. Если появились пузырьки, значит газ выходит именно здесь. Однако может оказаться так, что газом пахнет из соседней квартиры. Выйдите на лестничную площадку и проверьте это. Если газом пахнет от соседей, ни в коем случае не звоните в дверь. Просто постучите. Если ответа нет, а газом пахнет все сильнее, немедленно вызывайте газовую службу по телефону 04 и сообщите об утечке. До приезда специалистов разумнее всего покинуть опасную зону.